Что, мои дорогие, я в аэропорту. Все, попрощались с ребятами. Вот они отъезжают. Давайте. Пока-пока, пока. И какая елка с балеринами и с воздушными шарами, и с самолетами. Ну что, грустно? Грустно. Так было хорошо. А теперь я опять возвращаюсь в свое одиночество. Ой, сколько всяких маленьких. И совушки, и коровушки, и слоники, и черепашки. Господи. Боже ж ты мой. Миниатюрочки всякие. Мне уже Витя позвонил, когда ты прилетаешь. -2 в Черноморске. Я говорю, в Питере -21. Сейчас, говорю, я вам привезу холодов-то. Ну, миниатюрочки-то. Так, кто коллекции собирает, да. Цены такие прям от 1500, 2900. Ну и собачки всякие. Бременские музыканты, и пианино, и рояли. О, Господи. И панды, музыканты. Ну, тут вообще. Ну, вот эти вот подешевле металлические просто. Ой, Господи, чего тут только нету, девчонки. Ой, вон там еще. Мне еще до посадки 30 минут. Подходи, разглядывай. Это музыкальные, что ли, шкатулки? Значки с самолетами. С Авророй. Тут вообще, что тут только нету. Но денег уже нету. Бабушка все растратила, что было. Да, в Питере сегодня холодней. Мы с утра еле-еле машина прогрелась, чтобы ехать. Сейчас повезу холод в Крым. Но ничего. Я приеду, я так соскучилась, мои хорошие. Я так соскучилась по своей работе. Все вообще, больше я без инструмента. Никуда летать не буду, потому что я начинаю медленно сходить с ума. Мне уже Даня говорит, скучно вам у нас. Ну а что вот эти дни
особенно не ездила никуда. Сидела, ждала, как там с мамой чего. Ты просто уже одурела. Понятно, что в квартире всегда есть чего поделать, но это не та работа, какую я люблю. Так что... сейчас приеду, обустроюсь и начну. Вы знаете, исчезли надписи на китайском языке. Тут в аэропорту все было на английском, на русском и на китайском. Сейчас нету. Это о чем говорит? Это говорит о том, что не скоро китайские туристы, видимо, будут прилетать к нам в страну. Наводит на размышления. Ой, как повезло-то двойняшки. Махонькие. Ой, сейчас весело лететь будем. С песнями. Ну что, лететь нам 3 часа. 3 часа 10 минут. Кормили раньше в самолетах. Еще вредничали. Ой, рыбу не хочу. А сейчас вот, пожалуйста, принесли холодной водички и салфеточку. И ни в чем себе не отказывай. Причем она прям холодная вода. Можно во время покупки билета заказать себе еду. Но я как-то все время об этом забываю. И вообще меньше жрать надо. Итак, больше чем на килограмм за праздники наела. Ободрался голову, кровище было. Ужас.
такой переполох случился. А это разве турбулентность, когда немножко потряхивает. Дамы и господа, мы прибываем в аэропорт города Симферополь через 1 час. Что мы готовы предложить вам прохладительные напитки? Благодарим за внимание. С этой водой уже достали. Горы, смотрите, какие. Витя присылал фотографии, у меня во дворе снег лежал. Он не должен был растаять. Хотя тут все может быть. Ну что, мы садимся. Крым встретил ветром и вот такой вот пасмурной погодой. -2. Ну ладно, долетели. Уже хорошо. Видите, снег метет на дороге. Здесь такое не всякую зиму увидишь. Море такое. В Евпатории прям метель. Ой. Вот так вот Крым встречает. Вот сейчас я пересяду на другой автобус. Прямого не было до Черноморского. Через 20 минут придет автобус. Там в Черноморском меня Витя встретит. Заедем в магазин. Надо поесть, что-то купить. Я дома-то все разморозила. Все. Ничего у меня нету. Ну ладно. Ну, прикольно. Поехали. Вокзал Евпаторийский.
Это утром мы выехали в Питере в 8 утра. Сейчас уже 5 вечера. Я все болтаюсь между небом и землей. Ой, прям все чистенько и беленько. Красота. Ну что, мои дорогие, я дома. Маська носится. Он не поймет, мы же в том доме с ним были. Да, мяу. Господи, еще длиннее стал. Ты еще длиннее стал, парень. Будет теперь скучать. Оля говорит, что он творил. Их же там было трое. Они там носились. Ну что скажи, я и один носиться буду хорошо. Да. Ну, вроде признал. Урчит, ходит. Господи, что-то здесь. Что здесь на полу? Господи. Признал. Ладно, мы завтра уберемся с тобой. Тут же люди жили. Но те, кто меня смотрит, знают, что на Новый год тут приезжали люди с Дальнего Востока. Привезли мне целую коробку икры. Вот. В самолет меня без багажа с этой коробкой бы не пропустили. А холодильник у себя я отключила. Думаю, да ладно, будет холодно. В общем, икра пропала. Нежели богато, нечего начинать, да? Да, мать? Ну, жалко, конечно, но... Что ж теперь делать-то? Так, завтра будем мыть полы. Ой, и только сейчас увидела. Это мне что, презент? Да? Как ты думаешь, мась? Ну, водка, да, водка закрытая. Ну, спасибо, дорогие. Ой. Ну что, мои дорогие, я дома. Ну, разберусь со всеми делами. Но это уже завтра, сегодня я устала ужасно. Вроде бы что делала, да? В самолете сидела, да в автобусе. Устала. Ну, ладно. Да, такие сюрпризы смешные прям для меня. Ну, ладно, мои золотые, давайте. Сейчас попробую, если получится, выложить видео сегодня. Отдыхаем все. Все отдыхаем, не болеем. Ну, постараемся во всяком случае, ладно? Пусть все будет хорошо. Пусть все, кто болеют, выздоравливают. А те, кто не болеют, не болеют. Ладно? Ладно, мои дорогие, давайте. Я очень есть хочу. Я ничего не ела. Я утром кофе выпила. Это 8 не было. С бутербродиком, с сырком. И все. Ужасно хочу есть. Ужасно устала. Ну, в общем, все хорошо. Все. Я вас люблю, обнимаю, мои дорогие. Все. Давайте. Пока-пока.